Вітаю всіх телеглядачів. В ефірі проект «Після мова», де ми обговорюємо питання важливі для нашого міста та області з людьми, які в цьому компетентні. Олександр Коцюбко, голова Житомирської обласної федерації футболу. Добрий вечір. Добрий вечір. Мабуть, що півгодини не вистачить, це значить, що, можливо, це не останній ефір з приводу розвитку футболу на теренах нашого регіону. Багато чого трапилось за останній рік. Це і розвиток дитячого футболу, це і розвиток жіночого футболу, що приємно. І це надія на професійну команду у Житомирі, яка буде представляти нас на чемпіонаті України. Давайте по порядку. Дитячий футбол. Так трапилось, що це суб'єктивна думка з приводу кількох видів спорту. У нас в області гарно фінансується спорт інвалідів, тому що не можна не фінансувати. Спорт ветеранів, бо ветерани заможні, вони самотужки можуть. І спорт дітей, він йде у нас ривками. Я так розумію, що зараз надпотужний ривок щодо розвитку дитячого футболу. Так. Дійсно, дуже багато Федерація футболу робить для підняття футболу детского. Ну, возьмем, к примеру, кубок Кока-Колы, кожаный мяч кубок Кока-Колы, который в том году, к примеру, было, участвовало 86 команд, а в этом году уже участвовало больше 100 команд. Все команды, все школы сел, городов участвовали в этом престижном кубке. Ну и в конце концов финал, вы знаете, что был на арене Львов, когда сборная Украины, между перерывом сборной Украины и Словаччина, все правильно, награждали победителей и финалистов. Наша школа номер 14 стала серебряным призером чемпионата Украины. Мы, конечно же, гордимся этим. Почему? Потому что среди 17 тысяч школ, чтобы стать вторым, конечно же, это большая честь для Житомира. Ну и, естественно, гость Сергей, гость Сергей Петрович, а тренер этой команды, преподаватель 14-й школы, заслуженный учитель Украины. Ну и очень тепло относится к футболу, Шадурская, директор этой школы. Вот это, что касается кожаного мяча. Вот мы проводили уроки футбола в этом году, это тоже нужно обратить внимание. О том, порядка 20 команд в Бердичеве участвовало, 20 команд в Житомире. Мы подарили, то есть Федерация футбола проводила и подарила этим командам фишки, манишки, мячи, вот по 120 мячей выдали тоже ребятам. То есть, я думаю, что это правильно, на правильном пути. То есть дети с 8 до 10 лет должны заниматься, должны по крайней мере понимать, что такое футбол, как и что это такое. Так. А чем, до речи, эти уроки футбола отличаются от знаменитих уроків футболу, коли я ще в школі вчився, і вийшла постанова, що у кожній школі буде, окрім фізвиховання, урок футболу. Ну, мабуть, що ця програма була провальною, тому що, наприклад, такі міста, як Житомир, вона охопила. Є футбольний м'яч у школі? Тоді є. Якщо немає, то діти не бігають. Федерація взяла на себе відповідальність самотужки, так? Брати і показувати. Да, в этом году ми видали, виходить, 680 мячей. Это получили все районы, школы районов, районы Федерации футбола, именно для детей. И плюс еще 490 мячей, я специально записал. 680 плюс 490. То есть мы мячами обеспечили наши школы, поэтому есть чем, будем так говорить, детям бегать. Плюс мы еще многие школы обеспечили мультимедийными, потом книгами, потом фишками и тоже манишками. В общем, мы укомплектовали. На сегодняшний день наши школы, наши дети могут, и есть чем, будем так говорить, гонять мяч, самое главное, мне кажется. Ну и тренерский состав. Тоже тут нужно обратить внимание. В этом году прошли обучение 27 тренеров, получили диплом С. И с рук
Федерации футбола Украины и Грець Светлана Николаевна, она возглавляет спорт и молодежь Житомирской области, вручили наши тренеры вот эти дипломы. А и в этом году еще я добавлю, с сентября месяца идет опять набор. То есть все тренеры, вот я пользуюсь моментом вашим телевидением. Варто зазначити, ви скажіть людям, що це тут у нас в Житомирі. В Житомирі, так, в Житомирі обучення. Приїздять сюди до нас. Да, да. З Вінниці приїжджають обучати, з Києва. То есть профессионалы приезжают и обучают наших. Это очень хорошо. Ну, в этом году по программе так получилось, что тоже в Житомире, вот сейчас будут тоже обучать именно в Житомире. Раньше ездили в другие города, ну, так получается. Ну, категория С, она дает змогу дитячий, так, на рівні дитячий. Да. И на, да. Далее категория Б, это уже... Да. Тренер, ну там по категоріям йде. Ну так, так, так. Тренер Б, він має вже змогу йти і другу лігову команду тренувати, чи ні? Чи на рівні області лише? У нас поки має право. Має право, так? Так, так. Так, ну потім буде все ж таки ривок, і тут в Житомирі можна буде категорію Б отримати, наприклад? Чи треба вже в Київ їхати? Ні, треба в Київ їхати. Треба в Київ їхати, так. Чи берете під крило футзал? Взагалі ж є у нас окрема асоціація футзальна, так? Футзальна, федерація футзала, її возглавляє Таран, так, Віктор? І там знамениті люди, Білий Петр Михайлович, мастер спорту СССР, Сицинський Том Антонович, теж ж, значить, теж мастер спорту СССР. Кстати, обладатели кубка, пользуясь моментом, для истории скажу, они оба автомобилисты, и в автомобилисте были в Житомирском, и выиграли кубок Украины. Так вот, опекаются они футболом, и у нас вы видите, что футзал очень развит. Ну, каждую зиму мы смотрим, и ходим, мы любуемся, естественно, любуемся. Много команд финансируется приватно, ну, людьми, и... Конечно, хотелось бы, чтобы больше, но там борьба происходит, и вы видите, что очень интересно. С приводу женского футбола, это явище уникальное в нашей области, и мы видим, что первый турнир відбувся областного уровня, так? И первый, так, масштабный турнир? Да, да, да. Так. З якими складнощами можна було стикнутися, ну, наприклад, з відсутністю, можливо, дівчат, які хочуть грати, щоб набрати? Наоборот, в цьому році стартував, вперше в Житомирській області стартував чемпіонат області. Було 8 команд одразу вже, було заявлено, і ви знаєте, що фінал був в Червоноармійській, я зараз подивлюся, хто у нас. Так, Бердичів перше місце взяв, Селянщина друге. И третье – Овруч. Я вам хочу сказать, что очень интересный футбол, когда женщины играют, потому что много червоноармейцев, да, приходили болельщики поболеть, приезжали из других друзья, очень было интересно. Я вам хочу сказать, что в этом году была сформирована сборная, и наши девочки, женщины, будем так говорить, Ю-14, Ю-16, ездили в Умань, дальше в Костополь и в Калуш. Федерация футбола Житомирской области финансировала проживание, проезд, питание и сборы. И наши, будем так говорить, наша сборная завоевала, ну, сборные завоевали 4-е место в Умане, это Ю-14, в Костополе 4-е место и Ю-16 в Калуш. То есть среди 23 команд областных, так, это очень хороший результат. Поэтому мы, наша федерация, даже отримала благодарность от Федерации футбола Украины. И, естественно, нужно обязательно сказать, что еще будет кубок. Вот сейчас в сентябре стартует кубок области среди женских команд. На сегодняшний день уже 8 команд подали заявки, но будут еще подавать. И, естественно, нужно что-то сказать. Еще Кубок губернатора будет в декабре. Это започаткувал Машковский в том году. Первый раз это было. Ну и в этом году традиции будем проводить тоже в декабре. А что сейчас на всеукраинском уровне, что, например, национальной сборной женской, юнацкой? У нас есть... Значит, с нашей команды, с наших команд, вот этих, уже отобрали наших женщин, и они, по-моему, 6 в сборной Украины. То есть хороший результат такой.
То есть они приглянулись тренеру сборной Украины. Так. Крокуємо далі. Дитячий юнацький футбол минули. Значить, що у нас в місті наразі коїться? І отут вже соцмережі підключаємо щодо коментарів і щодо висвітлення подій, то зараз в районах цікавіше, ніж у місті. У місті Житомирі. Так. І який новий, якісно новий рівень ви бачите, наприклад, самого чемпіонату області аматорського? Чи у нас зараз пік? На сьогоднішній день у нас в районах, во всіх районах і городах, ісключення Житомир, ви правильно замітили, участвує 326 команд. А Житомир, к сожалению, это единственный город, который не принимает участие в чемпионате, в Кубке Небесной Сотни не выставил город Житомир команду. Чему? Ну, это нужно к власти обращаться. Города Житомира. Вот, к примеру, Коростень, город Коростень, финансирует три команды. Вот они финансируют три команды, и средства у них есть, хотя по финансам город намного меньше бюджет, да, но три команды. И в этом году стартует в чемпионате Украины, на Кубок Украины, две команды выставились, то есть это МАЛ и ФК Коростень, тоже коростенцы выставились, то есть у них есть финансы, будем так говорить. Город, к сожалению, Житомир, еще раз вам говорю, не выставляет нигде команды. То есть... На каком уровне тут співпраця с владою самой федерации Житомирской? Ну, дело в том, что Федерация футбола города Житомира на сегодняшний день ее учелит Ткач Володя, но он в зоне АТО, на фронте, и поэтому чемпионат города, ну, я думаю, что чемпионат города в этом году мы постараемся провести, взять на себя обязанность, может быть, Федерация футбола проведем, потому что в том году чемпионат города тоже, он тоже был в АТО, и Федерация, Житомирская областная федерация футбола взяла на себя, и мы провели там силами шести команд, участвовали, вы знаете, университеты наши в чемпионате города Житомира. Не выделяются средства с бюджета, к сожалению, на футбол. Ну, я имею в виду городской бюджет у города Житомира. Наверное, с средствами плохо или еще что-то. Я в это не вникал. Ну, ми не будемо наразі, тому що я не думаю, що футболом єдиним ми обділені у Житомирі. От. Але... Житомир – це єдиний город, в якому нету, к сожалению, свого стадіону, щоб ви знали. Ну, на планеті Земля. Це єдиний город, к сожалению. Був когда-то на Сеном базарі стадіон, останній, то його закатали депутати в асфальт. Є у нас шанс возродитися. Ви знаєте, що в декабрі місяці я виступав на сесії, показував програму «Хет-трик», который утвердила УЕФА, что во всех областных центрах должен быть стадион. УЕФА выделила средства для этого и сама же и строит УЕФА. Во многих областях строят. В Житомире депутаты не нашли время, чтобы создать комиссию. И Житомирская областная федерация, а нужно было выделить 1,5 гектара земли и показать, где построить. Ну и, конечно же, приехали бы фирмы иностранные, построили бы. Что туда входило? Туда освещение входило. Почему входило? Входит освещение, беговые дорожки, поле 106 на 68, искусственное покрытие, сиденье для трибуны для зрителей, раздевалки душевые для команд, табло, ограждение. Ну, в общем, такой проект серьезный. Стадион. Полноценный стадион, да. И, естественно, мы, как увидели, ну, члены исполкома, я увидел, что движения нету у нас в городе, к сожалению. Мы пошли по другому пути. Мы обратились в МЧС Житомирской области, генерал Никичук. Он пошел, а он бывший футболист, он пошел нам навстречу. Написали совместно мы письмо в МЧС Украины, подключились такие люди, ну, власть наша подключилась, Машковский, потом подключился Лагута Ярослав Николаевич, Гресь Светлана Николаевна, и такими общими усилиями ездили мы неоднократно в МЧС, я имею в виду в министерство, и вот 5 числа нам подписали и передали Житомирской областной федерации футбола вот этот стадион Малеонский. Теперь мы
можем там на 25 лет. Теперь мы, а условия УЕФА такие, чтобы именно принадлежала федерациям футбола вот эта земля. И теперь мы сможем там строить. Сейчас идет оформление документов, до оформления, будем так говорить. Теперь мы сможем там построить. Центр рядом, 5 минут езды, правильно? И житомиряне наконец-то смогут участвовать в футбольних баталіях, будемо так говорити, смотреть на... Якого рівня, до речі, стадіон, якщо брати кількість наших дивізіонів, їх клас, тобто на другу лігу 100% так потягнеться стадіон? Вторая, перша. І перша також. А чому ні? Ви бачили, які результати... Результати показують наші футболісти, які грають в інших командах України, а в 20 чоловік грають в Україні, 5 житомирян і грає за кордоном. Я не за клас футболістів, я кажу за рівень стадіона, чи він... А, ну, да, на всі. І на першу лігу також він так потягне за атестацію? Це гарна новина, добре. Хто на цьому стадіоні буде грати і щодо відродження професійної команди? Да, дуже прекрасно. Сразу же ми формуємо вже команду. Ми – це районні федерації, ми – це команди, футбольні команди Житомирської області будуть. Ми заявили 37 футболістів вже в Київ. Документи відправили, такий порядок для того, щоб зарегистрировали їх. І от ці футболісти будуть участвувати в Кубці регіонів. Кубок регіонів – це між областями будуть грати. Тобто вони повинні бути любителі футболістів, це обов'язково. Не должны они быть профессионалами, вернее, они не должны были, ну, как это правильно сказать? Просто в ухо реже, знаете, ну, типа я партию регионов сгадываю, кубок регионов звучит просто. Нет. Це жарт. Кубок регионов, не надо нам этих. Але це вже заглядаючи наперед, это, так, с приводу децентрализации, у нас же будут регионы, теперь не области. Нет, называется кубок регионов. Он просто так называется. По статуту, я же документы получаю, так и называется, кубок регионов. Это мне тоже, конечно, ну, давайте не будем об негативизме, все равно регионы – это области, и вот команды, Житомирщина выставляет команду, с 20 сентября старт. Мы должны подготовить команду, мы сейчас ее готовим, она будет участвовать, соответственно, на базе вот этой команды мы формируем также и к второй лиге. Вторую лигу команду мы будем заявлять в следующем году, весной. Называться она будет Полесье, традиционно, так как и было, потому что у нас уже мы подготовили статут, документы, печать, недостающие документы нам передала семья Авдыш. И вот будет у нас команда, Полесье будет называться, так как и была. Скажіть, щодо заявки до другої ліги, я так розумію, що тепер в нинішньому стані українського футболу взагалі клуби знімаються, друга ліга, перша ліга втрачає клуби. Тепер просто можна заявити, тепер не потрібно нам вигравати кубок регіонів або аматорський, треба вигравати. Ви впевнені, що виграємо? Якщо кубок регіонів ми виграємо, так ми поїдемо, будемо участвувати в кубці УЕФА. Серед аматорів? Так. Тобто нам потрібно нашим ребятам, нужно будет постараться выиграть этот. Ну, добре, ну естественно. С приводу заявки саме в другу лигу. Да. Мене це цікавить. Наразі просто, якщо команда має атестацію, вона пройшла стадіон, пройшла атестацію, вона має бюджет, вона просто може заявитися в другу лігу? В кубці будемо участвувати обов'язково. Угу. Тобто треба бути учасником кубку? Обов'язково в кубці. Добре, якщо кубок не виграється, все одно ми можемо заявити? Перше, друге місце має право участвувати в професіональній футбольній лігі. Просто ви сказали 2 хвилини тому, що ми наступного року заявимо. Тобто ви впевнені, що перше, друге місце буде? А весну? Ні, в чемпіонаті області повинні бути перше, друге місце. Так. Ну, у нас ще є час, а весною в чемпіонаті області грати може команда. Полесье буде заявлено. Я надеюсь, что ребята будут, ну, конечно же, подберем сильных ребят в эту команду. И я думаю, что они станут или чемпионами, или второе место. Это дает возможность участвовать в чемпионате Украины. Подпишите Алиева. Что? Алиева, Шацких подпишите. Зачем? У нас... Они сейчас за рух Винницкий играют. В Полесье будут участвовать только и ребята, которые играют в чемпионате области, наши земляки все. И вы заметили, вот Малиновский как сыграл, да? Забил 2 гола там, и здесь 1 гол звезды. Кстати, Малиновский начинал играть
в Легіоні в Житомирському. Ну, тут, до речі, його тренер був у нас на ефірі. Завалко, так. Завалко, і, да. Да, да. Да. Ну, і він казав, що не одразу, до речі, прижився Малиновський. І так це стосується наших житомирських ще Ткачук, який був капітаном Карпат. І зараз буває, звісно, що в кар'єрі не гаразди. І Малиновський приїздив сюди з Шахтаря 3 і не одразу в нього повірили. Сподіваємося, що зараз це буде. Але чому б не запам'ятатись, піти на рекорд, врятувати людину, повернути Мілевського сюди, зірку, будуть ходити люди, будемо 20 тисяч на стадіоні. Будуть на нього, будуть ходити. Ну, звісно, будуть на Мілевського ходити. Інтересний футболіст. Очень інтересний, так. Так, у нас є ще ж дитячо-юнацька команда Полісся, так, яка також їздить Україною. Чи не буде в нас фарм-клубів і чи не буде в нас... Так це ж хорошо. Так, то я з приводу цього йду. Да. Чи не буде одного великого спортивного клубу, де буде значить, одна структура Полісся? Дитяча одна команда, структура, юнацька? Да. Буде одна, так? Да, одна. Тому що по нормативам, якщо футболіст в двох командах, то в третій не має права вже переходити. Поэтому нам очень удобно. ДЮС США, детская спортивная школа Полесье, оттуда, а вы видите, много ребят хороших выходит. И сразу во взрослую команду Полесье. Очень много ребят хороших. И кстати, будет упиковаться Загоруйко Андрей. Он арбитр национальной категории. Вот, в комитете при Житомирской областной федерации футбола комитет. И Волынец будет, Толик Феникс. Президент Феникса, он на сегодняшний день, будем так говорить, и он, и Наташа Волынец, они являются учредителями Феникса, и 7 лет, ну и вы были на этих соревнованиях, когда приезжают, и очень хороший результат дают и на этих соревнованиях и Полесье, и Феникс, поэтому приняли решение, что Волынец возглавит вот этот комитет. А детский. Тренерский склад? Ну, тренерський склад... Ну, добре, да. Футболісти місцеві будуть грати там, а є сенс запрошувати якогось тренера кваліфікованого з іншого куточка України? Ні, у нас дуже хороший тренерський состав і в Полесі, і в этому Феніксі теж. Зачем? Ви бачите? Але смотрите, але це дитячий футбол? Нужно судити по результатам. 14-та школа, Гвоздь Сергій. Второе місце. Смотрите, вже заслужений... Учитель України. Але ж це дитячий футбол. А ми про дитячий футбол і говоримо. В ДЮС США діти ж теж грають, правильно? Так, але команда, яка буде, можливо, буде заявлена на другу лігу. Я кажу до... А, тренерський состав. Ну, тренер, це буде вибирати ісполком. Ісполком Федерації футболу Житомирської області. Тренеров ми виберемо. Всі совмісно, колективно у нас буде. Ми будемо вибирати тренерів. І я думаю, не один тренер буде, а кілька, тому що... Они с разных команд, там Скоростыня, я знаю, есть Новоград, Волынского. Ну, со всех команд там Житомирской области выбираем лучших из лучших. Вот, и будем становить их на профессиональные рельсы, этих ребят. И будем потом смотреть, наслаждаться их игрой все вместе. Почему потом? Вот, скоро уже. Я верю в це, ну я хочу в це вірити, я хочу на це подивитися. Так, наостанок зачіпимо тему футбольної політики. Скоро вибори, так? Як завжди. Да. Ну, тут питання банальне, звісно, що. Якщо говорити про головування Житомирської обласної федерації футболу, чи є конкуренція? Чи є конкуренція на наступних виборах? У вас є конкурент, наприклад? Да, є. Так? Подали заявки, да, теж. На голову, имеете, на голову, да. Да, подали. 4 сентября будет конференция, будут избирать главу Федерации футбола, будут избирать, будут принимать еще, добирать коллективные члены, потому что у нас очень много команд, районов не являются коллективными членами. И они хотят, чтобы мы помогали ему, так как остальным коллективным членам. Поэтому мы их принимаем в нашу семью. И на этой конференции будут депутаты голосовать за прием в коллективные члены. То есть наша семья расширится полностью. Вот мы упорядочим, чтобы все районы были коллективными членами. Но мы так хотим. И они тоже хотят, наконец-то. Вот. И с этого года, чтобы вы знали, Федерация футбола Житомирской области берет на себя, значит, финансирование в каком смысле? Кубки. Все команды, чемпионы, которые
становятся чемпионами, в своих районах будут от Федерации футбола Житомирской области, будут награждены, ну, естественно, руководством районов, но мы кубками обязательно снабдим, медалями, грамотами, дипломами. Это на себя берет Житомирская областная федерация футбола. Так? Потом с коллективными членами понятно. Потом будут выборы членов исполкома тоже, потому что все сейчас присылают документы, кого бы они хотели видеть членами исполкома, кого бы они хотели видеть главами Федерации футбола Житомирской области, присылают такие документы. Создана рабочая группа исполкомом, исполком Житомирской области создал рабочую группу, и рабочая группа занимается приемом заявлений. Все должно быть по закону, по статуту Житомирской области Федерации футбола, по уставу живет. Точно так же, как и Федерация футбола Украины. И дальше, как по УФА. То есть у нас такая система. И упорядочивают документы районные федерации. И мы их сейчас просматриваем и будем принимать. У нас будет очень много коллективных членов. Це, мабуть, що і добре. Ну, в край у нас з'явилася структура одна. Одна структура на Житомирську область, яка продовжує свою роботу. Щодо членства в виконкомі ФФУ, там все стабільно? Да, я являюсь членом исполкома Федерації футбола України. І, естественно, якраз по стадіонам. Поэтому я смотрю, как строятся стадионы у нас в других областях. Поэтому, конечно же, хочется, чтобы у нас тут тоже было точно так же, как и там. Вони нам бажають успіху в цьому? Чи... А ну, каждый тянет на свою... Чи хтось реально в Федерації футболу України переймається наразі цим, що в Житомирі щось має бути? Нет, наше руководство хочет, чтобы было в Житомирі. И мы были поставлены вторым в списке, это Суркіс Григорій Михайлович, пожелал, чтобы Киев под номером один, а в Житомире под номером два, чтобы был построен стадион. А вот. В Киеве же их не выстачая? Их нигде не выстачая. Но в Житомире их вообще нету. Поэтому мы должны были вторыми построиться еще в декабре 2014 года. Но напомню вам, что депутаты не выделили землю и не показали, где строиться. Но уже, как бы вы видите, мы уже землю взяли в Житомирской области, приобрела землю. Сейчас мы будем строить. Ми сподіваємося, що все це буде зроблено. Я теж сподіваюся. Все, доведемо діло до кінця. Дякуємо вам. Вам теж. Буду вважати це за обіцянку, що в Житомирі з'явиться футбольна професійна команда. Натхнення вам, ну і нехай фінансування вистачить на те, щоб радувати житомирського глядача. Це була «Післямова». У нас у гостях був Олександр Коцюбка, голова Житомирської обласної федерації футболу. З вірою у світле футбольне майбутнє. Я кажу вам до побачення.